Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, и мы продолжаем проходить Динокризис первую часть, и Регине сейчас предстоит спасти ученых. Прежде нам надо проскочить через длинный коридор, кишащий этими вот динозаврами. Сюда несутся, будь они неладны. Ладно, попытаемся проскочить. Ох, промазал. О, и ты промазал. Великолепно. Великолепно. Проскочили. Так, о, тут тишина. Фу, ну на этот раз нам повезло. Т-рекс вроде бы самоустранился. Ух, смотрите, какая пасть. Ух, ты зубки чистишь? Оно сейчас без сознания, тем не менее, оно все еще дышит. Почему оно? Кошмарики. Так, он у нас генератор закоцал. Так, это не туда я немножко прибежал. Сейчас двери не откроются. Блин, в детстве, конечно, так страшно было. То, что он вылез оттуда. Хотя, в принципе, по музыке, по напряжению было понятно, что что-то сейчас случится. Но когда он, блин, вместо ученых вылез из этой двери... Черт, было, конечно, эпично, но страшно. Но когда он потом... мотанул своей башкой и вырубился. Радость, конечно, была неописуемая. Так, помнится, у нас тут мы кое-что оставили в прошлый раз. Сейчас-то заберем. Ну, кстати, там снотворного... Да, блин, опять переполнен. Снотворного мы набрали. Так. Так, а если с тобой смешать? Нет, это мы получим. Так, снотворное, вот, дротики, да, хорошо. Так, дротики, дротики, если с этим смешать, нет, мы получим аптеку. Ладно, пока оставим. Во, умножитель. А умножитель это уже совсем другое дело. Давайте-ка умножим, что ли. Займемся немножко математикой. Оу. Видите, умножитель, он, короче, количество увеличит. Вот у нас сейчас их 6 целых будет, да? Да. А если между собой? Ага. Вот так. R+. Так, а если вот с этим? Нет, все равно аптека получается. Ладно. Поумножали, поделили. Так, вставляем наш... батарейка живой. Сейчас опять тут поумножаем, подвигаем. Так, красный, синий, насколько я помню. Зеленый и желтый. Все. Ну вот это с генератором, конечно, не единожды повторяется и даже не дважды. Постоянно, но... усложнения особо тут не сделаешь. Просто что беготни больше каждый раз. С каждым новым генератором. Так, вот. Заработали у нас тут какие-то пульты управления. Так, что говорим? Ничего не говоришь. Это дисплей для отображения состояния запасного генератора.
Ну, видимо, все хорошо и все работает. В обход куда-то пустила Регинка энергию. Блин, на все руки мастер, я же говорю. И медик, и электрик, и спецназовец. Так, 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 так. Что-то я за... А, нам же это, дверь открыть надо. У него, кстати, глаза открыты. Трекса. Палево, конечно, если он встанет, будет, конечно, очень неприятно. Но он не встанет, скажу вам по секрету. Так, о, часть системы безопасности какой-то. Он был разорван на части тиранозавром. Ну, как-то не видно, что он разорван. Так, покусан. Так, о, DDKD. Отлично. Так, что у тебя еще есть? Нет, ничего нету. Так, а тут что? Есть что-нибудь? О, отлично. Иштепсель. Полностью разбит, невозможно заново активировать. Ага, ну окей, ладно. Так, мы взяли DDK и взяли ключ от порта. DDK. Так, 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 так. О, давайте-ка вернемся туда, где сидел Рик. Там же у нас есть неоткрытый еще ящик. Вскроем его. Красный, кстати. С боеприпасами. Так, оранжевый-то мы вскрыли. Сколько? Три штепселя. Ну, у нас три, по-моему, есть. Да. Гранаты, ой, отлично. Патроны, ускоритель снотворное. Так, давайте-ка снотворным еще затаримся. А, не-не-не. Ускоритель нам нужен. Так, ускоритель нам нужен. Ой, что-то я запутался. Ускоряем. Там умножали, теперь ускорим немножечко. Ага, в зеленую превратили. Маловато. Зеленая. Так, а если зеленую с этим? Да блин, все равно медпаки получаются. Медпаков и так у нас полно. Так, ну давайте снотворное тогда что ли еще туда впендюрим. Так. Во! Во, во, во. Отлично. Отлично. И теперь нам надо оживление. Оживления у нас нету. Так, а может в другом есть ящики? Так, что-то тут вообще пусто. Ага, и ускоритель. Так, оживление может вот тут у нас есть. Нет, тоже нету. Вот, есть оживление все-таки. С чем тебя заменить? Вот. Так. Еще внимательно. Оживление лучше смешивайте с дротиком B++, где вот единичка, видите? Потому что все равно, так или иначе, один всего дротик получится. И нет смысла смешивать с теми, где их три. Вот, видите? Хорошо. Ядовитый дротик, еще один. Так, назад заберем. А, где у меня тут код стратегии? Вот этот. Так, а сколько у нас всего получается ядовитых теперь дротиков? Три? Четыре, да? Даже не знаю. Так. Если еще один медпак С зарубать. Хочу мощную еще эту сделать. Вот. Во, вы можете совсем поправиться, излечить раны. То есть и кровь она лечит теперь. И... Так, что у нас? С инвентарем, конечно, тут замутов достаточно много. Окей. Ладно, все. Тут у нас все сделано. Все забрали. Все. Так, карта. Сейф рум.
Сейф-рум. Да, выходим отсюда, выходим. Так, нет, пока не будем записываться. Так, все еще лежит. Не вставай, парень, не вставай. Не вздумай. Отдохни. Ты устал, набегался. Столько пуль получил от меня же. Отдохни пока. Ну, как вам, наверное, понятно. Ой-ой-ой-ой-ой, вот сейчас получу люлей-то. Да мать твою, ты чё? О, даже кровь не идет. Отлично, отлично. Вот собаки, а. Какие они здоровенные. Просто кошмар. Страшные. Страшилище. Грохочут, как Т-рекс. Так, нам... Чё там дальше? А, в сейф-рум. Окей. Нет, чё-то. Куда-то я не туда пошел. Да. Ошибся. Так, подождите. Чё за... Так, вот, да, все правильно. Сюда надо, это ж назад крику, ё-моё. Офис иммиграционной высадки. Думай быстрее. Да. Что это? Я видела похожую штуку в лаборатории Кирка. Похоже, у нас проблема. Наверное, это вихрь. Побочный эффект экспериментов с третьей энергией. Как нам пройти мимо этой штуки? Либо мы найдем способ, либо станем пищей для динозавров. Не смешно. Ну хорошо, я вытащу из компьютера всю важную информацию. Регина, займись поиском решения. Ну, а кто бы, собственно, сомневался? Так, еще на DDK-C. У нас он тоже есть, теперь у нас два их. Опасно идти дальше. Такой прикольный портал. Классно так это. Вообще, когда на первой Соньке играли, это так завораживало. Прям эффект такой клевый. Видите, какой-то портал открылся тут у нас. А, Регина, тебе бы Portal Gun из, собственно, игры Portal. И прям... Может, это вообще какие-то исследования здесь вот как раз в то время и начинались. И из этого потом исследований доктора Кирка и выросла, может быть, научная работа по Portal Gun. Так, ну-ка, Рик, что скажешь? Отлично выглядит. Возможно, наш единственный шанс — третья энергия. Да что ты? Такой прямо увлеченный. По-моему, ты там все-таки не с третьей энергией нифига играешься. Так, сохраниться. Ну ладно, давайте сохранимся. Так и быть. Настойчиво нас просят. Так. Сейчас у нас есть два дедикея. О. Подожди-ка. Подожди. Так, что-то я. А, у нас дротики заряжены. На. В рожу тебе. Данные на каждой возможности. Ну, все ясно.
Так. Нам, по идее, надо на второй этаж. На второй этаж, да. Да, да. Ладно, выходим. Эти тоже, видите, балбесы здоровые. Ой, как хорошо, что они здесь не резнулись, а. Так, а есть у нас? Нет, нету. Как хорошо, что они не резнулись, эти здоровяки здесь. И они тоже умные. Хоть и здоровые, но это... Тоже двери, видите, открывают. Так, заряжаем обычными патрончиками. Здесь у нас здоровяков не должно быть. Так, ага, он у нас-то там за решеточкой. Дуралей остался. Ай! Ай, ай, ай. Да чтоб тебя. Ну давай еще раз. Мордой. Мордой. Так, нам надо сюда. У нас теперь и тут появились дела, по идее. Насколько я понимаю. У нас две карточки сейчас есть. И... Мы их можем вот здесь применить. Так, надо сначала посмотреть, на них там какой-то код нарисован. Карточки P2. Так, 0392, ага. Ой, сейчас зачем я вышел. Так, you have insert a key chip. Так, и вторую. Инсертнем сейчас. Оп! Хе, вошло, ты глянь-ка. Так, и что дальше? Override. Да, перепишем данные. Давай. Так, 0.3. Подожди, 0.3.92. Has been confirmed. Подтвержден номер. Отлично. Выведен на дисплей код. Данные для кода 0.3.92. Пожалуйста, перепишите магнетический ключ-чип. Ох, тут опять эта головоломка. Так, а здесь она немножко сложнее. Ну, как я и говорю, все у нас усложняется от части к части. Точнее, от головоломки к головоломке. Так, здесь их надо совместить. Хоп. Так, хоп. Так, вот так, хоп. Так. А, нет, да что ты. А, ну вот, в принципе, нормалек, да, вот так. Так, все. Теперь с этой стороны точно так же делаем. Хлоп. 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 Так. И теперь... Так, вот эти надо... А, не-не-не-не-не. Подожди, подожди. Как там? Что надо сделать-то? О, вот так. Так вот, хоп. Хоп. Тресь. Нет, что-то не то сделал, да? Да, не то. Вот так. Тресь. И вот так. Ну, это было, как говорится, орехи. Расплюнуть. You have taken out the overwriting key chip from the slot. Достали мы. Короче, переписан. Так, что у нас теперь получилось? Вместо карты ключ 1, карты ключ 2. Так. Ага, окей. Так, а здесь у нас еще один дедекан. F. Да. Воу. Воу-воу-воу-воу. А вот здесь уже достаточно сложный. Здесь практически это самый, наверное, сложный пазл. Самая сложная головоломка с использованием этих дедикеев. Ой, в общем, здесь мы
берем и здесь, по-моему, да, здесь также не надо переводить в вот эти цифры в буквы. Здесь получается, мы должны взять буквы в поле код из тех столбиков, под которыми нету в поле ключ цифр. Надеюсь, вы поняли, что я сказал. У нас уже, в принципе, такая загадка была, но там, где слово было energy, там она, конечно, попроще была, а здесь, здесь она посложнее, но принцип абсолютно тот же. То есть переводить нам ничего не надо. Берем просто... Но опять же повторюсь, чтобы было хоть понятно, какое слово, надо все это, вот то, что в поле код, перевести в английский алфавит. Вот. И если все это мы переведем в английский алфавит, у нас получится некая картина. И слово здесь стабилайзер. Вот видите, вместо S английской, которую мы набрали, тут F. И вон она, первая самая F. В общем, ладно, набираем. На английском это все равно будет ста би. Так, где L? Ста би. Где I lie? Зер. Вот. Вводим, все подошло. Хорошо. Заходим. Так, записать игру. Да нет, не будем пока ничего записывать. Склад деталей. Что, куда-то телепортнут сейчас? Под предлогом обеззараживания. Не, на самом деле я вот шучу, но, конечно, все смотрелось. Оно и сейчас смотрится классно, но в то время оно вообще было просто супер смотрелось. Так, дверь открыта. Это мы в коридор открыли дверь, но нам туда пока что не надо. А, здесь у нас нету ключа уровня А. Так, а здесь очередной DDK нам нужен. Да. Так, и вот дверь. Вот это, по-моему, вообще последнее самое. Но здесь попроще, чем то, что было в предыдущий раз. Хотя кому как, в принципе. В общем, здесь берем и переводим все цифры, которые в поле код, в буквы. То есть здесь, видите, наоборот надо будет сделать. И когда мы это сделаем, станет гораздо проще. А вот эти буквы BL, а буквы BL это у нас на самом деле G и F. Вот, ну тоже седьмая и шестая буква, вот A, B, C, D, E, F, G. Вот, G, F. И тогда мы просто берем и исключаем буквы GF из того, что у нас получилось в верхнем поле. И также построчно слева направо у нас получится слово «Доктор Кирк» здесь зашифровано. Вот, там на самом деле всего две буквы исчезнет из этого поля верхнего код. И останется у нас прям по порядочку «Доктор Кирк». Набираем. Это, по-моему, последний... последняя головоломка именно вот с DDK-ами в игре. Ну и она такая. Доктор Кирк. Собственно, это его лаборатория, поэтому код здесь не особо замысловатый. Но, конечно, до этого еще допереть надо. Так, заходим. Так. Щель для ключевого чипа, число 0392, написано рядом. Ага, значит, мы сюда вставляем к
ключ. А, 0392, да? Который мы с вами вот только что перезаписали. Система безопасности тут. Ну, как мы видели, они тут... ничего не написано на месте. Это цифровая индикация. Так, ну здесь такой же, только без надписи. Усиленные меры контроля, да плюс еще недоверие одной бригады исследователей к другой. Поэтому тут, конечно, система защиты очень крутая. Так, снотворная. Давайте-ка сразу посмотрим, можно ли нам что-то еще замутить. Так, у нас и так B++ есть снотворное. Нет, не с чем у нас его комбинить особо. Так, и... Опа. Ага, ну эти просто открываются. Фе. Ну что же. Вот мы и дошли до самого генератора. Рик, я нашла главный генератор третьей энергии. Прекрасно. Попробуй его включить. Красавец, попробуй, говорит, его включить. Ты же хакер, ё-моё, самый главный. Чё ж ты его не включаешь? Конечно, сооружение эпичное. Просто смотрится обалденно. А тогда, вы представляете, это еще и графика, в общем-то, была передовая. Оно смотрелось. Что? Чё? Чё-то там вякнул, по-моему, Рик. Так, панель, которая включает третий генератор энергии. Включить его, ну, можно попробовать, но сейчас, конечно, не включится. Ошибка. Процедура подготовки не завершена. Так, нам пока тут делать нефиг. Очень, конечно, эпично смотрится прям. Классно. Так, комната управления. Что у нас тут есть интересного? Под дисплей от терминала, контролирующего генератор. Так, ну лифт у нас по-прежнему не включится. Да, ну вот видите, судя по тому, что у нас тут появились эпичные такие вот сооружения. Терминал, управляющий генератором, использовать, да. Конечно, мы близки к завершению миссии. Ошибка. Это уже понятно. Процедура подготовки не завершена. Внимание, да. Питание генератора отключено. Сейчас надо будет завести этот здоровенную махину. Файл инструкция по эксплуатации генератора. Просчете файл. Да. Как включать и управлять генератором? Первое. Подготовьте генератор к включению, используя главную панель на верхнем этаже комнаты управления. Второе. Идите в зону P3 генератора, чтобы установить инициализатор. Третье. Используйте панель возле инициализатора, чтобы... присоединить дышло к генератору. Дышло, прикольно. Четвертое. Идите в зону P2 для установки стабилизатора. Пятое. Включите генератор. Шестое. Вернитесь в комнату управления и перенаправьте выработку на нижний этаж. При включении генератора убедитесь, что доктор присутствует во избежании поломки. Генератор не может быть включен без ID-карты доктора Кирка. Вот так вот. То есть нам теперь нужна еще и его... карточка этого сукиного сына, не побоюсь этого слова. О, отлично, штепсель. Так, пока один только. У нас тут все ящики уже, блин, открываются как минимум двумя штепсельками. Так, тут, по-моему, тоже ничего не работает. Терминалы, следящие за генератором, они сидят в текущем состоянии работы генератора. Ага. Так, что у нас тут под панелью терминала, управляющего генератором. Так, окей. Ну-ка,
Давайте-ка спустимся вниз, посмотрим, что там. Комната управления третьей энергией. Так. Так, а ты отодвигаешься? Шкафчик. Ой, отлично. Регинка просто силачка, молодец. Ну, правильно, воткнет себе. Так, ускоритель вот такой какой-нибудь. И все, и носится как заведенная тут. Так, давайте-ка сразу их скомбеним. Вот так вот дротичек мы получили. Так, ладно, пока хорош. System locked. Главная консоль управления генератором. Ее нельзя использовать, так как она в запертом состоянии. Ну, кто бы сомневался. Так, что у нас тут? Журнал исследователя. Просчете файл. Да. С тех пор, как я был назначен в этот отдел, все, что я делал, это снимал показания с генератора. Такое задание мог выполнить любой студент. Почему Кирк не дает нам воспользоваться генератором? Он что, не верит в нашу компетентность? Написано 0. К.О. Я не думаю, что все так просто, поскольку для работы генератора требуется ID-карта Кирка. Если что-то случится, только Кирк сможет решить проблему. Ну да, все равно он должен типа присутствовать. Я не знаю, что военные думают делать с этой бессмысленной хитрой процедурой. Написано N. Есть идея, что если привлечь этого новичка с этажа P1 Тома, он часто приходит ко мне с вопросами о нашей работе. Видимо, он не может устоять перед твоим обаянием. Ага. Почему бы нам не пригласить его к нам в группу и не попросить его пошпионить за Кирком? Он прекрасно умеет общаться с людьми. Написано Б. КБ. Не будьте так наивны. Вы уже забыли, как хотели привлечь внимание Кирка совсем недавно. Учитесь думать логически. В любом случае, мужчины-исследователи не знают ничего, кроме процесса исследования. Возможно, вам стоит показать вашему новому близкому другу все прелести шампуня и стиральной машины. Хм, интересно. Еще и так про мужчин сказали. Что, типа, женщины тут больше знают? А, что-то кроме исследования. Ну и Том... Хотели, видите, его сюда пригласить, но, к сожалению, не успели. Так, это мы ключ уровня B взяли. А, отлично. Данные из главной консоли показаны на дисплее. Когда главная консоль не работает, можно управлять системой отсюда. Ну, окей. Так. Все, да? По кругу пробежались. Да. Ладно, поднимаемся снова наверх. Мы взяли карту уровня B. Так. Ого. Куда мы смотрим? Так, это на выход. Нет. Сюда не надо. Нам надо в другую дверь. Вот в эту. Заходим. Комната. Комната. Чего? Частичная энергия.